В рамках форума «Среда для жизни» новгородцам предоставили и городские выходные. Фестиваль развернулся сразу на нескольких площадках. На Ярославовом дворище разместилось множество интерактивных площадок, которые пришлись по вкусу и взрослым, и детям. Для любителей активного отдыха – игры в твистер, фрисби, а также показательные выступления звезд российского скейтбординга. Для ценителей натуральных продуктов были открыты торговые лавки, где можно купить и попробовать свежие овощи, фрукты, сыры и масло. Представили свою продукцию не только местные хозяйства. Угостить новгородцев пловом приехали гости из Калининграда. В Великом Новгороде они впервые, и фестиваль стал хорошим поводом для знакомства. Фестиваль «Городские выходные». Вы сюда приехали с чем? Что вы представите Великому Новгороду? Мы хотим накормить новгородцев нашим пловом. Я представляю мастерскую плова «Пряности папа». Это первая мастерская плова в России, в которой готовят и трудятся одни девушки. Мы готовим самаркандский плов на костре. Гостям фестиваля повезло и с погодой. Можно было смело гулять и наслаждаться праздником. Впечатлений хватит надолго.